Приморье. Во всех районах пострадавших от паводка развернуты пункты распределения гуманитарной помощи. Она поступает со всей страны. Только сегодня 88 тонн грузов доставили с Сахалина. Всего же в крае прибыло уже 370 тонн. Предметы первой необходимости, продукты и питьевую воду развозят по районам бедствия по воздуху, морем, а также вездеходами. Из отрезанных от внешнего мира поселков продолжается эвакуация жителей. Спасателям помогают военные. Вертолеты Ми-8 вывезли на большую землю более сотни человек. Подтопленными в регионе остаются более 400 домов, непригодными для проживания в настоящее время признаны 250.